В нашу редакцию обратились кировчане. На центральной площади города стая собак отмечает свадьбу. По сообщениям очевидцев, животные ведут себя агрессивно. За жизнь и здоровье горожан испугались Мария Савохина и Александр Шевцов. Ирина Петрова гуляет с внучкой каждый день. Городская площадь – одно из любимых мест. Но сегодня их прогулка не удалась, и побегать по дорожкам не получилось. Страшно из-за ребенка, из-за себя. Эти вот собачьи свадьбы, они вообще очень страшные. Собаки себя агрессивно ведут? Ну, конечно, агрессивно. Когда особенно вот это вот гуляют они, агрессивно рычат. В прекрасную погоду дети постарше часто гуляют одни, и защититься от агрессии животных становится сложнее. Я видела один раз даже на ребенка, вот ребенок на велосипеде ехал, он просто верещал, собака за ним бежала. Я вот даже побоялась что-то сделать, потому что я была с ребенком. Если бы я была без ребенка, я бы, может быть, помогла бы ему, что-то сделала бы. Я побоялась из-за ребенка. В управлении Кировским городским хозяйством о проблеме знают. Днем на глазах детей в местах большого скопления людей проводить мероприятия по профилактике безнадзорных животных нельзя. В ночь с четверга на пятницу пройдет еще один рейд, где эту стаю будут отлавливать повторно.